Да, это сложный вопрос, конечно. Но мое отношение к этому такое. Жить нужно по возможностям и каждый раз быть счастливым. Если у тебя сейчас возможности купить там, ну, грубо говоря, да, автомобиль российского производства, то значит, покупай его и будь, так сказать, доволен и счастлив, и езжай на нем, и ищи, так сказать, возможности в чем-то в другом. Вот, ну, как бы сказать, от меня такой рецепт, да, счастья: быть счастливым от того, что ты имеешь, но стремиться лучше и выше для того, чтобы уметь самовыразиться, иметь возможность самовыразиться. Да, и быть счастливым от этого, а не от наличия там автомобиля какого-то, а от, ну, как сказать, найти свое предназначение. Мое предназначение – рассказывать о том, что в мире есть любовь и, так сказать, есть ценности гуманистического толка. Это есть назначение искусства, как мне кажется. Ну вот, не знаю, по-моему, я ответил.